Так, всем добрый день, мои тельпузики, мои сахарные заводы, Калуга, бандиты, жилетовские, мои любимые подписчики. Всем привет. Я сегодня с утра делами занимаюсь. Деловая женщина. Еще не все закончила. Так, это я картошку сделала, масло сливочное, молока. И потолкла. Вот. Ну, у меня есть с чем. Картошку есть. Так. Это борщ. Я уже поела. Это борщ. Я уже поела его с майонезом и с чесноком. Там и фасоль, и куриное мясо. Ну, короче, кислая капуста. Там чуть-чуть оставалось. И свежее. Ну, и все. И это сделала себе я, ну, бисквит. Сейчас только он горячий еще. Сейчас остынет, и я сюда его переложу. Здесь, короче, что? Здесь это, ну, сахар, яйца и мука. И подсолнечное смазала. Мне не жирно, ребят. Еда – это чудо. Хватит жить, как попало. Будем, как придется. Мне не жирно, вам не знаю. Мне никогда жирной не бывает. Еще компот сварю.